Салам алейкум, кардаш. В 2020 году Армения приобрела пшеницу на 50 миллионов долларов. При этом 90% всех закупок было произведено в России. Но для нищей Армении столь резкий подъем цен может быть неподъемным. Дело в том, что после победоносной 44-дневной войны Азербайджан освободил оккупированные на протяжении почти 30 лет земли в Восточном Зангезуре и Карабахе, на территории которой Армения получала 200 тысяч тонн зерна. То есть, речь идет при нынешних ценах, дополнительно 60 миллионов долларов расходов на пшеницу. В отличие от национальной валюты Азербайджана, маната, армянский драм к доллару заметно ослабел. Тем самым, если у азербайджанских потребителей достаточно высокие шансы, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия останутся на прежнем уровне, в Армении к зиме не избежать на продовольственном рынке роста цен на муку и хлеб. Баджарана Джангурбан.